Да, Дуда, плей. Hello, but we need to save the child. It's her last wish. Всем привет, It's друзья. A boy. How should we name him? Мы на канале Дуда Плей. Так, пишем Дуда Плей. Так, просто Дуда напишу, еще Дуда написать. Дуда. Окей. Ляля родилась. How is his mother? She didn't look well. Как его мать? Она еще живая? Осторожно, она сбежала. Бежим! Смотри, что творится, а? Зомби! Мамашка превратилась в зомби! Так... Ага! Так, хорошо. Зомбак идет, смотри. На тебе! О, смотри, сколько зомбаков. Тебя себе. Есть. Мне нужно защитить ребенка. Мысли, алло, вы сзади стояли, меня мочат, ё-моё. Так, подожди. Почему я этот вид нахожу? Подожди. Так, нужно всех собаков убить. Есть. Так, спасите ребенка. Так, где ребенок? Подожди. Я, короче, стою на месте, не могу идти. Так, нет, все, я не иду, нормально. Так, нужно спасти ребенка. Так, забираю ребеночка. Так, Е забрать. Так, отнеси ребенка в фургон. А где фургон? Подожди, вот фургон. Так, заходим в фургончик. Так, положить ребенка. Так, возьми пулемет. Так, убейте зомби. Ё-моё. А где зомби? Так. О, вот его, смотри. Вот зомбаки. О, подожди, они еще обе. Так, мне главное, ребенка не попасть. Алло. Гады. Окружает. Я постоянно на какое-то препятствие стою. Так, давай. Вот еще, давай. Убей. Есть. Хорошо. Миссия завершена. Так, дальше проходим. Так, 20 лет спустя. Прошло 20 лет. Этот молодой герой вырос среди бродяг, прошедших пристанище в окрестностных местах. Фрэнк. Работа, защита леса, увлечение, предательство друзей. Они рыщут среди развалин старых городов, поиск снаряжения, еды, медикаментов. Лила, работа, исцеление людей, забота о дочке Манги. Так, а это что за чувак? Курочки. Члены общества, жители леса избегают праздного времяпровождения. Старший, работа. Нянчится с жителями леса. Так. Они слишком хорошо знают, что любая остановка означает смерть, или что еще хуже, не смерть. Альфа-самец. Работа. Охмурять зомби на рассвете. Петушок. Видишь, курочка бегает. А что за чувак? Спит. Избранный. Работа. Спасение мира. Подчинение приказам игрока первого лица. Это типа я, что ли? О, я просыпаюсь. Так. Газировка. Не буду пить газировку. Так, что происходит? Так, я проснулся. Так, вытер глаза. Что-то у меня один большой глаз. О, так, а ну-ка, что это получилось? Нажмите Tab. Так, что у нас тут? Ну, так, нажал, что? Ничего не происходит. Так, я хочу кушать. Ты хочешь кушать?
Так, подожди, мне надо куда-то сходить. Подожди. Вот, близко. О, да что, до старшего сейчас. Так, привет, старший. А, с 20-летием тебя, ну, какие ощущения? Пока осматриваюсь и пока осматриваюсь. Нет проблем, старшой. Теперь ты будешь ходить походы, мы рады любой помощи. Найди Фрэнка, а у него есть для тебя оружие. Фрэнк. О, вот он, Фрэнк. Фрэнк, дай мне оружие. Так, знаю, удачи, вот возьми один из этих столов и боеприпасы. Так, ну давай вот этот, Стингер. Так, тренировка по стрельбе. Ага, спасибо. Загляни на стрельбище, там ты можешь потренироваться в стрельбе. Так, хорошо. Так, нажмите там. Так, вот на стрельбище, идти. Так, войти. Так, подожди, что здесь такое? Найдите найденные куски, материалов можно продать только торговцу. Так, хорошо. Так, смотри, откройте дверь, выберите оружие, уничтожите мишени и стрельбы. Откройте дверь, какую дверь? А, сюда заходим, да, в стрельбище. Так, а вот у нас и оружие. Ну давай, возьмем детский совочек. Так, хорошо. Ага. Автомат. Надеть детский совок. Вспомогательное оружие. Опа. Так, а ну-ка идем. Уничтожьте все мишени для стрельбы. Че, лопаты? Пробовать. Так, есть. На тебе. Деревянный манекен. Опа. Так, хорошо. Так, а где еще? Показывают, что еще нужно. А, вот мишень. А это не мишень? Ага, нет. Где еще манекены? А, вон манекены стоят, смотри. Сейчас буду тренироваться на манекенах. На, голову. Тыщ. Может, сразу в голову наделаю. Опа, есть. Хорошо. Так, смена оружия, автомат. Есть. Миссия завершена, тренировка по стрельбе. Хорошо. Так, вернуться в город. Так, карта. Вот у нас центр. Так, все, идем. Так, идем к старшему. Так, ты уже научился стрелять, у меня есть такие работенка, но для начала ты должен набраться опыта. Так, ладно, хорошо. Так, пойдем к Борису. Привет, Борис. А, рад, что ты здесь. Ой, а чего это ты весь... Так, ой, у меня это, дела есть, пока. Так, прости, у меня нет времени. О, грязная работа. Принимаем. Так, у меня есть задание грязная работа. Ой-ой-ой. Вот это что, грязная работа? Так, ладно, посмотрим. О, гадость какая. А что здесь интересного-то есть? В смысле, что это такое? А, смотри, там что-то есть, смотри, подожди. Опа, часы нашли. Фига себе. Так, я нашел золотые часы. Так, миссия выполнена. Так, спасибо. Так, не беспокойся, ради друга, я готов на все, что я получу взамен. Понятно, я стану забирать твою последнюю еду. Дай это мне. Так, прости, сейчас у меня нет времени. Так, фото жены Бориса. Так, фото жены Бориса, зачем мне эти фотографии? Так. Фрэнк, сейчас подойдем к Фрэнку. Привет, Фрэнк. У меня сейчас нет времени, сначала научись обращаться с оружием, а потом заходи. Хорошо. Так. Так, починить забор вокруг стрельбища, принято. Так, починить забор вокруг стрельбища, мне еще на стрельбище идти. Так, сейчас к команде подойдем. Эй, привет, как ты? Так, вам нужно 20 мест. У меня нет разговора. Так, ладно, давай.
Так. Я со всеми поговорил, и у меня, по идее... Так, а ну что тут? По идее, мне нужно пойти на стрельбище и там сделать ремонт. Ремонт... А, подожди, в смысле ремонт? Забор мне нужно сделать? О, нифига, подожди, заплати, что ли? Ё-моё, слишком много. На тебе! Так, я буду аккуратненько стрелять чисто в голову. Ё-моё, смотри! Смотри, как здесь... Я встал... О, подожди, сейчас я вас подзору. Есть, готово. Так, что это такое? А, починить надо сделать мне, да? Сейчас починим. А, вон что. Получается, они через забор проходят. Смотри. Давай, чиним. Так, все. О, нифига, опять собаки. Да, держи, получай. Гады. Так. Есть, готово. Так, патроны я получил, хорошо. А где еще зомбаки? Подожди, это что такое? А, вот еще забор надо починить, ё-моё, быстренько чиним. Эй-эй-эй-эй-эй. Откуда ты вылез? Иди отсюда. Так, чиним забор быстрее. Так, все, отлично. Опять зомбаки, смотри. Смотри, что творится. На, получай. Есть, хорошо, смотри. Так, ну мы сейчас потихонечку. На, получай зомбак. Гад. На тебе в голову прям. Ну ты какой шустрый, а? Так, миссия завершена, починить вокруг забор вокруг стрельбища. Так, ну что, у нас здесь никого нету, да? Все нормально, возвращаемся в город. Так, входим. Так. А, Фрэнк, подожди. Так, все, я нормально все сделал. Проще пари на репы. О, деньги мне, я получил деньги. Превосходно, ты можешь заглянуть к торговцу, он только что прибыл в город, сходи, посмотри на его товары, его держи немного денег. Ты спасибо, 3000 денег. Так, а где мне торговца найти? Подожди. Так. Очки умений плюс 15 бензина мне дали, да? Так. Подожди, что здесь интересного? Карма – это отражение всех ваших добрых злых решений. Она влияет на некоторые встречи, выбор... диалога и тому подобное, понятно. Так, карта, старый дом. Идем в старый дом. Так, войти. Так, что у нас в старом доме будет? Торговец какой-то. О, подожди. Зомбаки. Так, фига, подожди, сейчас быстренько. На. Так, мне проще так стрелять. Так, ё-моё, подожди, алло. Так. Готов. Зомби-мать, а? Так. Мне нужно идти сюда, я так понял. Так, сейчас пройдем, подожди. На тебе. Вот ты вылез вообще, алло. Так, кусок железа получил. А, мне нужно, здесь нужно что-то отремонтировать. Так, здесь нету ничего, поищите в другом месте. Так. А у меня нету, интересно, ничего интересного, типа... Теплопаты, может быть? Подожди, есть.
Сейчас я вас лопатой буду. Не, лопатой что-то долго лопатой, подожди. Автоматом мне. Сейчас я автоматом. Есть, готовы. Вот какой-то заброшенный домик, сейчас пойдем сюда. Так, а тут ты тоже заботил? Так, патронов у меня еще много. Все, готовы. Так, обыщи мусор. Так, где мусор? Так, вот мусор, мне нужно что-то найти. Так, сейчас посмотрим. Ничего нету. Ничего нету в этом мусоре. Найти фотографию Тани. Так, а это что, не фотография Тани? Есть. Все, миссия завершена. Фото жены Бориса. Вернуться в город. Так, подожди, я сейчас еще вот этот зомбака сейчас. Быстренько. Я все убил. Так, сейчас я проверю вот этот дом, посмотрю. Нет ли зомбаков в доме? Так. Тут какая-то еда. Так, сейчас на второй этаж поднимусь. О, керосиновая лампа. Газировка. Сейф. Ничего интересного, ладно. Вернемся в город. Так. Так, к Борису сейчас подойдем, скажем, что все нормально. Борис. Борис, привет. Я нашел фотографию твоей жены. Забирай. Я ценю твою помощь. У меня есть для тебя отличное предложение. Давай, говори, что у тебя. Она же спрятала некоторые боеприпасы в определенном районе. Вам нужно просто туда добраться и найти их. Принято. Так, все хорошо. Так, старые припасы мне дал, да? Так, спасибо. Так, сейчас поговорю. Так, с Фрэнком. Фрэнк. Привет, Фрэнк. Значит, мне нужна тебе помощь. У тебя есть времени? Так, продолжай. Иди в мелколесье и зачисти его от зомби. Так, зачистка мелколесья. Спасибо. Почищу. Хорошо. Так, ну все, со всеми я поговорил. Ну что ж. Ну, и на этом, я думаю, мы закончим эту первую серию. Так что подписывайся на канал, ставь палец вверх. Если хочешь ждать, если будут продолжения, смотри на моем канале. Всем и пока-пока.